Добрый день, дорогие зрители, с вами снова я, Расул. Сегодня уже 15-й, последний урок нашего курса, к сожалению. И мы сегодня изучаем композицию южнокорейского пианиста и композитора Ли Румы. Называется «River Flows in You», что в переводе означается «Река течет в тебе». Эта песня, бесспорно, самая популярная и самая популярная во всем мире, я бы даже сказал. Так давайте его сегодня выучим. Поехали. Начинается мелодия так. Получается, играете шестую и первую, мизинцем зажимаете третий лад, первая струна. Потом играете средний палец, зажимает первую струну второго лада. И играете вместе с третьей струной. Играйте так два раза. Еще раз. Басовую играйте только в начале. Потом зажимаете обратно мизинец на третий лад. Потом средним пальцем зажимаете пятую струну на третьем ладу. Получается. Потом безымянным пальцем зажимаете вторую струну на третьем ладу. Играете пятую и первую вместе, потом вторую, обратно первую и указательным возвращаетесь сюда. Зажимаете вторую струну на первом ладу. Да, получается у нас вот такая мелодия. Вот здесь играйте вместе так. Можете не один, а с третьей струной вместе. Получается у нас... Эту мелодию повторяем мы два раза. Здесь играем такой переходящий звук. Третья и вторая струна. И играйте заново. Давайте еще раз медленней. Потом играете этот переходящий аккорд. Получается. Играете шестую и первую вместе. Потом третья струна. Играете так. Вторая и третья. Здесь уже играете, вот это сыграли, потом играете, указательный палец ставите на четвертую струну второго лада. Играете вместе с первой струной и играете третью струну. Получается. Это тот же бас, шестой, только на октаву выше. Играете еще раз эту мелодию и переходите. На пятую струну на третьем ладу. Получается. Перешли на пятую. Получается, играете пятая, третья, вторая, первая.
Потом на первый лад, вторая струна. Давайте повторим все только медленнее. Потом переходите. Играете безымянным пальцем, зажимаете шестую струну на третьем ладу. Играете вместе со второй, открытой. Потом указательным зажимаете первый лад. Потом мизинцем зажимаете третий лад. Получается. Возвращаетесь на первый лад. На открытую. Играете четвертую и третью струну, и средним пальцем зажимаете третью струну на втором ладу. Получается у нас так. Давайте все соединим. Давайте еще раз. Потом играете открытую третью, потом четвертую на четвертом ладу. Это переходящий. Получается, после этого играете шестую и третью струну вместе с зажатым аккордом ЕМ. Играете такой перебор. Шестая, третья. Четвертая, третья. Вторая, третья. Медленней. Получается. Потом у нас такое. Открытая третья. Потом зажимаете на втором ладу третью средним пальцем. Играете тот же перебор, только аккорд С, без указательного пальца. После этого переходим на аккорд С, без указательного пальца. Еще раз давайте. Переход потом такой. Открытая вторая и первый лад. После этого переходите на аккорд G, средний палец на шестой струне третьего лада и безымянный на второй струне третьего лада. Тот же перебор. Потом первая и открытая струна, вторая струна. Потом играете четвертую и третью струну с зажатой третьей струной на втором ладу. Соединим все заново. Дальше у нас получается, повторяйте то же самое.
Раньше было у нас так. Теперь, когда повторяете второй раз, у нас уходит так. Средним пальцем уходите на седьмой лад, первая струна. Потом возвращаетесь на пятый лад вместе с басовым четвертым. Получается. Или мизинцем можете, или средним, как вам удобно. Потом. Седьмой, пятый, третий, второй. Потом возвращаетесь на третий. Тот же перебор. Еще раз. И все повторяется. Думаю, все было понятно и ясно. Теперь все соединим от начала до конца. Пауза. И повторяем. Пауза. И... Вот эта часть еще раз повторяется. На этом первая часть заканчивается. Переходим ко второй части. Она звучит так. Играйте так. Третья, пятая, третья, вторая. На первой струне. Потом возвращайтесь на третью. Вместе шестой. И зажимаете вторую струну на том же ладу. Получается? Перебор такой. Вместе с басовым первая, третья, вторая, третья. Еще раз. То же самое повторяется, только тут басовая меняется, смотрите. Не шестая, а пятая. Ставите указательный палец на пятую струну на том же ладу. Получается? Или можете ставить средний палец и менять. Или указательный, так легче. Давайте медленнее. Еще медленнее. Если у вас это получилось, идем дальше. Получается. Еще раз повторяйте ту же мелодию. Потом повторили и играйте третью открытую и первую струну на зажатой на третьем ладу. Третий, пятый, седьмой, восьмой,
Десятый, восьмой. Смотрите, получается. Третий, пятый, седьмой, восьмой, десятый и седьмой. Еще раз. Угу, медленней. Потом играете на второй струне на десятом ладу и на девятом, и на восьмом. Медленней. После того, как сыграли, аккорд D. Аккорд D вы знаете. И вот так и заканчивается наше произведение. Давайте все от начала до конца, первую и вторую часть соединим вместе, но в медленном темпе. Начинаю. Вторая часть. На этом наш урок заканчивается, как и наш обучающий курс. Спасибо за ваше терпение, за ваше внимание. Обучайтесь, практикуйтесь, не забрасывайте гитару, и чтобы ваше желание никогда не угасало. Спасибо. До свидания.